Am un anunț foarte important pentru toți cetățenii și pentru mass media Republicii Moldova. Dacă le va epuiza varianta, le va pica varianta cu curtea de apel, cumva totuși noi vom obține o victorie. Varianta de rezervă a lui Dodon este ca cei 5 membri CEC-ului care au votat să nu fie 190 de secții de vot în diasporă, ei își vor da demisia ca să blocheze activitatea CEC-ului și ca să fie blocat procesul a alegerilor care trebuie să aibă pe loc 11 iulie. Это уже крайние меры, которые Додон подготовил как резервную меру. Если будет залет здесь, значит после этого эти пятеро должны подать в отставку якобы из-за того, что на ЦИК оказывается давление, и тем самым, чтобы сорвать проведение выборов 11 числа. То есть нужно, я сейчас хочу обратиться ко всем юристам, ко всем тем, кто смотрит нас онлайн. Ребят, тут я уже так думаю, что нужно будет какое-то решение, что мы делаем в том случае, если 5 членов ЦИКа подают в отставку, других невозможно избрать, потому что парламент распущен. То есть очень интересная ситуация, может привести к юридическому коллапсу. Но я уверен, что мы найдем решение. В крайнем случае найдем, согласно второй статье Конституции, 5 народных представителей ЦИКа вместо этих курканчиков. Значит, всем, кто смотрит онлайн, хорошего дня. Мы выйдем уже в эфир в 14:30, когда Куртя Диапел Кишинев продолжит заседание по этому вопросу. Чей корни привез к онлайн? Сэнтэн Кишинев, боец. Венец Зенкуащик, Пацфи, ситуация Кастребаска, посове мне бой Диажутор, ка сеймайпеним. Пиачеште слеспун маленькие негодяи. Деварече ной астес аша кум са организат диаспора пентру сусинеря Републичи Молдова. Тоамна анулы трекут, аша ной треба астес са луптем са явжутом печей дин диаспора са айбы дрепту девотать.